И снова всем привет, дорогие друзья, на связи по-прежнему студия Arena 4 Game, у микрофонов все так же я, Максим Чейф и Герман Громов. Продолжаем наблюдать за перестрелками выходного дня, уже второй матч на сегодня, и встречаются у нас два коллектива, это Деха против коллектива Фортуна ТОП-1. Карта у нас довольно-таки необычная, это убежище, посмотрим, что парни нам покажут, и Герман, тебе слово. Герман. Да что? Что? Вот, что? Здесь я говорю, слышно. То-то странное с ТС-кой творится у нас сегодня. Я говорю. Я не говорю. Так, еще раз всем привет, ребят. Приветствую вас на втором матче на сегодня. Ну, не знаю, убежище. Карта, которую боялся комментировать Тафа, потому что говорит, нет, Громчик, это для меня сущий ужас. Давай-ка не будем ее комментить. Ну и благо для нас с Тафой не было этой карты на ПБВЦ. Но тем не менее она есть сейчас. И открываем на ней ставки. Ставки полетели, а у нас уже полетела атака. Здесь у нас Франчишек готовится принимать своих соперников, но как-то готовность у него нулевая. Пандабой моментально принимает своего визави, есть размен. Дели также вылетел с этого раунда, накаляется ситуация под позициями переулка. И здесь начинаются активные размены. Падает у нас Тамфорд также. Хаст, отлично, даблкил, но прожимается переулок. Хаст. Да, но есть еще один минус от Хаста, и тем самым Деспирадо остается в соло. По нему есть информация, но его Хаст будет дальше щемить, 44 хп, но и Хаст должен здесь завершать эту работу, но нет. Пока Деспирадо живет, но там в спину уже и Лев приходит, поэтому тяжеловато будет что-либо сделать. Да, отличная пачка от игрока команды Фортуна ТОП-1, тем самым уже первый раунд отправляется команде Фортун. Ну что ж, довольно неплохо. Неплохо здесь парни начали. Но видно то, что эта карта у них как-то готова. Они примерно понимают, куда им нужно идти. Какая тактическая составляющая должна быть. Давайте посмотрим сейчас за Хастом. Он опять идет аркадить. Никого вообще нету под позициями Асайта. Ребята, так делать нельзя. Хаст собирает уже информацию и готовится зайти в спину к своим соперникам. Ну что, пойдет урожай или нет? Ну, посмотрим. Возможно, пойдет. Но смотри, там, насколько все игроки рядовые. И там джамперы с Хастом, конечно, просто распетляли двух игроков команды Деха. Ну, и сейчас спину забревает все-таки MC Call своего оппонента. Но, тем не менее, джампер тоже здесь оказался неподалеку. Но 2-0 пока что очень легкая карта для команды Фортуна ТОП-1. Начало действительно для них многообещающее. Но вот команде Deathly Hallows придется как-то подсобраться, чтобы хотя бы навязать борьбу своим оппонентам. Ну, не знаю, как ребята будут передвигаться у нас вообще дальше, но пока что Фортуна у нас действительно идет очень уверенно. Да, начинается опен фрага, минус Деспирадо, моментальные размены, Хаст опять же в деле, но Хаст пока что здесь просто машина для убийства команды Фортуна ТОП-1. Прет вперед, и просто его никто не может остановить, но вроде пока что отключили этого парня, и ситуация уже 3 в 3. Стэнфорд контролит выход на лонг, и здесь MC Call, 19 хп у него остается, но и Стэнфорд просто перестраховывается, отходит назад. Так, ну и здесь Пандабой будет выходить на джампера, есть перестрелка, джампер оказывается чуть более расторопней, а здесь вот такой вот на Паха СК будет выходить под мидл, но MC Call находит минус по Стэнфорду с 19 хп, кстати, хочу отметить. Лев выходит на Паху, и Паха ставит ему пачку. Но теперь джампер. Твой черед. Есть информация приблизительно по своему оппоненту. Выходит, ставит пачку, и 19 хп у MC Call остается. Либо Мак Call, либо MC Call, если что, прошу прощения, если неправильно произношу никнейм. Но что? 19 хп. Примерно должна быть информация от Стэ. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это. Давай, ладно, будем Мак Call называть его. Поставил жесткую пачку. Ну, первый раунд, конечно, на индивидуальное действие этого игрока и был взят. Молодцом, конечно, с учетом того, что 19% здоровья было у парня, не побоялся отыграть в открытую, спокойно вышел, поставил пачку, вообще никаких проблем не имеет, но здесь Делит опять же минусует своего соперника, удаляет, так скажем, у нас джампера, и посмотрим, что будет в дальнейшем. Но Стамфорд, правда, моментально оформляет размен, Пандабой стягивается с позиции длины, опять будет накаляться ситуация под позициями переулка, и Франчишек должен ловить сейчас лонг, но Деспирадо ставит пачку по Стамфорду, и как-то пока что у нас оборона начинает терпеть фиаско. И тем временем уже есть выход через перемычку на апленд, и Лев здесь, конечно, остается в не самой приятной ситуации. 1 в 3, там еще и в спине будет Пандабой, выходить через ворота, скорее всего, будет. Ну нет, почему-то пошел на бету искать вообще своего игрока, ну... Да, побежит обратно через КТ-респаун, но Лев здесь уже в засаде, но ставит пачку, но Макол моментальный размен
осуществляет. Тем самым 2-2, вот, кстати, и собираются. Deathly Hallows. Начало было действительно очень провальным, но парни по ходу игры начинают уже наращивать эти раунды, которые утеряли в самом начале. Ну, скажем так, мини-камбэк все-таки парни оформили. Молодцы, но смогут ли они, опять же, отыгрывать в том же духе? Чувствуется, как отключается у нас Хаст. То есть, если в предыдущие раунды он оформлял там дабл-килл, трипл-килл, для его агрессии сразу же была оправдана, спокойненько отыгрывал, то сейчас пока что два раунда в ряд, он делает всего лишь один фраг, и далее просто его сливают. Но посмотрим, опять будет принимать переулок, в руках у него А-93 парные, здесь подтягивается Деспирадо. Ну что ж, есть информация по Деспирадо, пошел косить, и опять у Хаста не получается принять своего соперника, а вот Лев доделывает работу за своего тиммейта. И ситуация следующая, на карте складывается, панда вместе с Control Alt Delete остается вдвоем, ну панда, так скажем, очень глубоко к Т-респауну находится, будет выходить, наверное, под Б, но там будет Франтишек, и Франтишку главное здесь не палиться до конца. Возможно, надо просто позволить поставить бомбу панде и как-то потом ее просто втроем выбить, но чекает от третьего лица сейчас игрок команды Deathly Hallows. Но пока никого не находит. Ну, принимает решение уйти все-таки обратно под мидл. Будет, наверное, искать какой-то фраг для себя, чтобы потом поставить бомбу. Но там уже джампер. Джампер сидит и все слышит прекрасно. И здесь панда будет, скорее всего, погибать. Хотел ведь чекнуть этот угол, но не дочекал у нас, к сожалению, панда. И дальше с ним разбирается довольно-таки хладнокровно. Ну что ж, это третий раунд. Фортуна топ-1 опять выходит вперед, но преимущество один раунд, как мы говорим, уже привычно, это можно отыграть на изи. Но посмотрим, посмотрим. Пока что у нас есть атака на позиции длины. Лев начинается опенфрага этот раунд. Довольно-таки неплохо для команды Фортуна топ-1. И Франтишек на сейве Бессайта. Так, по 6К пытается пройти через мидл, но там Стамфорд опять же в своей привычной нычке. Давайте посмотрим, что будет. Ну, пропускает. Пропускает. Да. Пропускает, и здесь уже, кстати, два игрока всего лишь остаются в живых у команды Deathly Hallows. Это Desperado и Control Alt Delete. Но они в ловушке, они в ловушке. Их со всех сторон уже начинают обходить. И через мидл, через переулок, да, и Control Alt Delete просто понимает, что, скорее всего, в этом раунде ему тоже ничего не светит. Но ждет аркады, да, Льва сейчас, возможно, заберет, но нет, даже на него не среагировал. 4-2, два раунда подряд берут команда... все, уже хотел сказать, D2S. Команда Fortuna топ-1, тем самым уже просто выходя в отрыв. И нужно как-то в команде Deathly Hallows вновь собирать себя на полной боевой готовности. Сейчас главное не отдать, опять же, вот это преимущество двух раундов. Начинали очень неплохо, 2-0, потом два раунда отдали. Но вот Хаст вроде возвращается в бой. Начинается все с опенфрага, но панда бой летит вперед и ставит... Ну, окей, это не он ставит, это Деспирадо. Помог своему тиммейту оформить минус, но занимается все-таки ассайт. И сейчас выбивать его будет, ой, как непросто. И есть постепенные минуса уже. Хаз забирает нас Ctrl-Alt-Delete. Франтиш также минус по Макколу. Но Деспирадо очень хорошую позицию имеет. Может забрать джампера. Сейчас, да, есть минус раз. Возможно, минус два. Но Франтиш очень классную голову ставит. Но есть информация также и по панде. Откидывает его хаешка и погибает. Франтиш, конечно, в этом раунде очень жестко задал своим соперникам. 5-2. 5-2, и по-любому уже первую половину выигрывают. Но нужно еще двоечку набирать, так скажем, на веру. На веру, чтобы на смене сторон можно было себя более-менее комфортно чувствовать. Чё, Макс, говоришь, выбивать будет очень непросто? Ага, конечно. На изи просто выбивается у нас позиция А-сайта, и сейчас атака опять направляется на позиции длины, и просыпают все-таки позиции переулка, а там у нас уже Хаст, который готов дарить подарки. Но он возвращается обратно под позиции А-сайта и будет принимать уже лонг в упоре. Если честно, думал, будет выходить за спину, но нет. Все-таки оформил минус, далее пандабой стягивается обратно на позиции длины, но Хаст идет его дожимать, и не ошибка ли это? Там еще двое игроков на подхвате, так что здесь у Хаста могут возникнуть проблемы. И они возникают или нет? Нет, не возникают. У парня все хорошо, 11 фрагов. И 6-2. И 6-2 уже прям, ну, двукратное преимущество по раундам 100 пудов будет. Но могут оформить еще 7-й раунд. И это будет совсем тогда провал для команды Deathly Hallows. Ну, хотя как начинали-то неплохо. Ну, в смысле, начало было провально, но потом реабилитировали, взяли два раунда к ряду. Хаст идет аркадить, выжимает Деспирадо. Деспирадо здесь забирает его. Также минус из Стэнфорда от Control Alt Delete с гранатой. Но и тем не менее, еще есть шанс на взять этого раунда у команды Deathly Hallows, так же, как команда Fortuna топ-1. Но, правда, сейчас уже у Фортуны шансов становится все меньше и меньше. Франчик.
погибает. Ну и последний у нас Лев. Также 5 в 0. 5 в 0. Вот это вот где? Почему раньше-то этого не было? Дезли Хэллус, в чем проблема ваша была? 6-3 все-таки тяжеловато будет даже на обороне с таким счетом как-то пытаться выиграть команде Дезли Хэллус. Но я думаю, все-таки будут пробовать. И от Фортун топ-1, я думаю, они будут ждать ошибок. Ну, посмотрим, будут ли вообще эти ошибки. Пока что Фортуна отыграли 6 раундов в обороне, то есть и 3 преимущества, да. Так что здесь нельзя расслабляться ни в коем случае. И видно то, что Фортуна топ-1 знает эту карту, знает, что на ней нужно делать. Поэтому здесь могут возникнуть проблемы, конечно, на смене сторон, но... Там, может быть, Дезли Хэллоус, опять же, покажет довольно-таки неплохие результаты. Но это пока что так, чисто вилами по воде. Здесь Фортуна топ-1, на мой взгляд, пока что выглядит фаворитом. Будет ли вот этот переломный момент или нет, пока что остается все под вопросом. Ну, здесь очень много зависит, опять же, от старта второй половины, как начнут парни. В принципе, как мы привыкли уже говорить, что... Камбэк вообще с любого счета возможен, будь то 9-0, 8-1, 7-2 и так далее... Главное, как вы в себя верите, как вы оцениваете свои шансы на этот камбэк. Ну и самый главный вопрос, есть ли у вас номер этой камбэчной. Потому что если у вас нет номера, соответственно, никто не дозвонится. И за вас это никто не сделает. Но поехали. Желаем удачи команде Дезли Хэллоус в камбэке. Посмотрим, смогут ли они его сделать. Ну и Фортуне топ-1 тоже желаем удачи. Победить сильнейший, так или иначе. Ну что, поехали. Вторая половина стартует прямо сейчас. И как же у нас... расклад сил на карте будет определен. Деспирадо идет контролить переулок. Маккол в альфе. Контрол альт делит, смотрит закрытый через двери мидл. Джампер уже заходит у нас на зигу. Здесь Паша СК его будет, наверное, пытаться набрить. Да, 6 кп оставляет, но сам Паша погибает. И панда пойдет, наверное, искать размен. И если, кстати, выйдет в спину, там два фрага можно найти. Контрол альт делит, неплохо борется. Но там в спине панда бой. Панда бой будет сейчас крошить одного и второго. Нет, второго не успел добрать. Нет, успел. Может, еще и третьего как-то заберет. Но да пока не. Смотрим. Не-не-не, здесь уже третьего. Ну, если сейчас просто так вот выпрыгнет на префайре, может попробовать разобраться со львом. Но там лев и хаст, оба фуловые, фугас установлен. Пандабой смотрит совершенно не в ту позицию. Здесь уже начинает просто стягивать вектор внимания на себя лев. Хаст занимает довольно-таки выгодную позицию для себя с лашками. И здесь лев просто на префайрах выходит и лепит довольно-таки неплохую пачку. И это счет уже 7-3. И преимущество продолжается. Продолжает расти, уже преимущество 4 раундов. Фортуна топ-1 впереди, 3 раунда до победы. Смогут ли они их реализовать, пока что остается загадкой. Но здесь Стамфорд и Джампер опять же дропаются под позиции мида. И эту точку вообще никто никак не контрит. Ну, настрой так или иначе хороший у команды Фортуна топ-1. Правда, сейчас Пандабой немножко этот настрой подпортил, потому что оформил минус по игроку команды Лев. Ну и сейчас... Да, здесь панда, здесь пираты, конечно, очень жестко разбираются. Уже 3 игрока на лопатках у Фортуны. Ну и здесь у Франчишка шансов, конечно, прям ложкой не наскребешь. Ну посмотрим, 36 хп у него, Паша его будет щемить. Да, есть минус по нему, ну и хаст вот таким вот чудодейственным образом выходит под А. Там Макол с 15 хп хилится, живет от кит хае. Ну и Макол погибает. Но еще 4 игрока в живых, поэтому хасту здесь расслабляться не придется. Ну там... Паха, СК уже готов встречать, и у Хаста здесь будут прям, ну, огромнейшие проблемы. Хотя, возможно, с одной из них он справится. Но дальше, я думаю, там и панда подтянется. Да, панда уже готов. Но, тем не менее, даблкил оформил. Но здесь Деспирадо просто, видишь, уже тоже с переулка идет щемить, а у него 100 хп. Поэтому Хасту здесь придется, ну, очень тяжело, да. Деспирадо будет, наверное, его как-то пытаться задавить, а задача панды здесь минимальная. Просто убить. Но всё. Здесь по Деспирадо все равно есть информация. Хас 25% здоровья, и на протяжении всей предыдущей половины у нас Хаст показывал то, что он довольно-таки неплохой и опытный стрелок, но 25% здоровья — это, конечно, такое себе преимущество. Но панда бой рыдовый, и по нему сейчас также заходит минус, и уже ситуация 1 в 2. Деспирадо должен выходить, да. Вышел, минусанул, и все-таки этот раунд парни оформили в свой актив. Счет становится 7-4, потихоньку начинает возвращаться в игру ребята. Но была ли это какая-то секундная слабость сейчас от ребят из команды Фортуна топ-1, или же все-таки это отсчет камбэка у нас пошел? Но вот сейчас у нас и начинает
Паша опять доминировать потихоньку на позициях Зиги. Залетает минус, есть информация по Франтишек. Ой, Франтишек как же угадал с хаешкой. Ну и здесь уже попытаются сделать ретейк, а нет, ретейка не будет, все, простите. Да, Макол остается в соло, забирает на КТ у нас Франтишек, но еще 3 игрока в живых, по нему есть информация, поэтому весь контроль над этой позицией будет за командой Фортун топ-1. Макол стреляется, но эта перестрелка будет для него крайне непродолжительной, потому что Стэнфорд его уже убивает. Тем самым счет становится на карте 8-4 или 2 раунда до победы команде Фортун топ-1 остается, но Дэхи должны на самом деле здесь как-то пытаться, потому что еще карта далеко не доиграна, поэтому все возможно. Главное верить в себя, ну и, конечно же, очень сильно стараться. Идут Аркадий во все тяжкие, и Пах СК идет на боковую уже, да, и Макол здесь уже очень хорошо включается. Но посмотрим вообще, как смогут в дальнейшем отыграть. Там пока что Лев и Стэнфорд моментальные размены оформляют, проспали Деспирадо. Там, в принципе, Ctrl-Alt-Delete должен был сейвить спину своему тиммейту, но пропускает, и Хаст его также увольняет. Панда-бой остается один, но Джампер также лепит по нему пачку, и это уже 9-й раунд. Сейчас становится 9-4 и 5 матчпоинтов сейчас у команды Фортуна топ-1. И смогут ли они забрать сейчас все-таки 10-ку, или вот прямо сейчас здесь ребята будут камбэчить, просто до Талова топить своих соперников, но вектор атаки пока что направляется на А-сайт, и Стэнфорд начинает этот раунд с ОМПМ фрага. Ну что, поехали, Макол вместе с Ctrl-Alt-Delete уже отпадают тем самым. Ой, Мак, куда ж ты, Пандыч, бежишь, ты, дружище? Просто вообще на морозе пробежал у нас по мосту, но здесь выходит на Хаста, Хаст его наказывает за это, и Деспирадо остается последним, но это ГГ. Это ГГ, счет 10-4, крайне неуверенная игра от команды Deathly Hallows. Но команда Фортун топ-1, Грац, поздравляем вас с победой, ну и давайте подводить итоги ставок. А, значит, 10-4 была ли? Да, 10-4 Кристина Смирнова поставила на Фортун топ-1. Это ВКонтакте, а на Твиче 10-4 было. Да, тоже было. Поставил Фоксище. Поэтому Фоксище и Кристина. Я вам выдам сейчас коды. Ну а мы отправляемся на небольшую музыкальную паузу и вернемся к вам с заключительным матчем на сегодня. А кто это будет, узнаем очень скоро.